Спорт открывает новые горизонты в жизни тех людей, кто ему по-настоящему предан. Об этом убедительно свидетельствует пример известной спортсменки из нашего района. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут не только успешно заниматься физкультурой и спортом, но и, участвуя в состязаниях, добиваться серьезных побед. Наталья Павлюкова успешно выступила на международных соревнованиях в Лондоне, вышла в финал, проплыв 100 метров брасом с личным рекордом, что дает ей перспективу для выступления на предстоящей Паралимпиаде в Японии. Мы будем над этим работать. Как бы вот так вот. Мы с тренером, ну, думаю, если мы будем хорошо работать, конечно же, мы постараемся попасть на Олимпиаду. Спортсменка вместе со своим тренером Натальей Пивневой и руководителем управления по физической культуре и спорту Александром Прищепой побывала на приеме у главы Славянского района Романа Синеговского. Наталья Павлюкова рассказала, как она готовится к олимпийской борьбе в Токио. Ее ежедневные тренировки в бассейне продолжаются 3 часа, и она проплывает до 5 километров в день. Роман Синеговский сердечно поблагодарил спортсменку и ее тренера за высокие достижения и большой вклад в укрепление спортивного авторитета Кубани и Славянского района. Благодаря руководству района для паралимпийцев созданы прекрасные условия. Более 100 человек занимаются различными видами спорта. Главе хочется сказать огромное спасибо, потому что у нас и спорту паралимпийскому уделяется большое внимание. И объекты наши спортивные, они доступны для маломобильных граждан. Не в каждом районе это есть такое. Тренер считает, что Наталья Павлюкова добилась многого, и у нее есть все данные, чтобы превзойти свои нынешние достижения. Практически она единственная женщина, которая из Краснодарского края достигла такого уровня. Понятно, еще у нас много чего впереди, потому что всего лишь 4 года она занимается плаванием. И выйти на такой уровень за 4 года – это большой плюс. Спортсменка демонстрирует настоящий характер. И это, вместе с ее способностями, дает надежду на новые победы. Пусть ей во всем сопутствует удача. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».